Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп, и сегодня вместе с нами мистер Зус. Всем здорово, дорогие друзья. Мы, как обычно, переходим на сайт Case Battle. Сегодня у нас с вами на балансе 6300, после очередного видеоролика с Егорчиком. У нас был, как обычно, батл. Где я тебя выебал? Ну, блять, ну не нужно было говорить. Всю историю нахуй ломаешь мне. Ладно, ничего страшного. 6300 у нас с вами на балансе, я думаю, тут можно пройтись вот пару раз кореча, бахнуть прям вот, ой. Хорошо. Правильно, кореча. Как раз 6300 открываем кореча. Что же еще? Нет, ты не шаришь, парень. Я не шарю. А, у тебя тактика трех контрактов одного апгрейда, я понял. Нет, давай, апгрейд, 1500. Нет, апгрейдов не будет. Я сегодня посмотрел, короче, знаешь, вот апгрейды как-то они и не очень не заходили, мне и не понравилось. Да? Думаешь? Ну, это да, хотя бы... Ну, блять, хуй знает. Ну, хуй его знает. Знаешь, на мне самом хочется деле не сходу проебать весь баланс, ну, а так вот, постепенно. У меня, ну, типа, блять. Для меня 30-минутный ролик выпустить, хуйня базар. Все прекрасно. Я знаю. О, ебать, это я отсюда такой падает. Ладно, да, на... а мне, кстати, я не помню, с какого кейса. Посмотришь уже видеоролики, что у меня падало, я не помню. Ебать. Честно. С какого у меня там кейса ёбнулось. Ну, обидеть, ух, я, блядь, думал, подороже. Шансы будут, походу, сегодня с вами. Походу. Нет. Не будет. Наебался. Погорячился, молясь. Парень. Понятно. Опа. Давай, ёпта, тактика контрактов, нахуй, поехали. 3-2 раз, блядь. Раз, 240 рублей. Опа, окуп, пам. О, нормально. Есть. Еще один, нахуй. Так, раз, два, три, блядь. Так. Вот так. Ух, нихуя себе. Поехали. Алыном. Ебать, жестко, пам, двушка. Сюда его. Ну, здесь нужно смотри что-то делать, как-то забирать. Я могу на самом деле сегодня забрать и маленькими скинчиками. Мне сегодня не принципиально. Мне просто нужно денег забрать отсюда. Сколько ты здесь, тебя здесь минус? Ой, минус не буду считать, не хочу. Не ну, примерно. Ну, типа 20. Ну, нет. Ну, нет. 10. Ну, нет, нет, там ушло, уже ушло за эти суммы давно. Даже за 20? О, ебать, отсюда такое падает. Ох, нихуя себе. Блять, а можешь, слышь, а может контракт надо сделать? Блять, а можешь по максималке дать? Я правда, не знаю, считается ли... Ну, хотя... Подожди, сколько дигл стоил? 1500, да? Да, это хуйня, здесь еще типа интереснее есть. Ну, блять, окей. Если бы по максималке, это бы огонь шантика должен был выпустить. Да нет, перчатки, блядь, если по максималке. Ну, хотя бы вот такая залупа, если выпала, я бы уже сделал, нахуй, не волнуйся. Ну, бля, ну да, ну нормально. Да, тоже есть такое. 694. Ну, тут тоже непонятно. Тысяча. Тысяча. Итого... 8800. А можете просто на живую открыть нахуй и все? Ну я тоже думаю об этом. И, блядь, забрать нож нахуй. Охотничий какой-то. Типа... Не-не, там не охотничий, там что-нибудь другое есть. Да и да, здесь даже самый дешевый 6700... Ой, 7600 стоит. Бля, ну при депе 5 забирать 6700. 7600. Хуйня. Ну, блядь, Егор, извини меня, нахуй, я... Айкейс! Иди ты нахуй! Не хочется, хочется красное. Хочется красное. Это плюс. Это минус. Это минус. Это плюс. Это плюс. Минус. Это минус. Это плюс. Ну давай еще. Это мин 0. Это минус. Это плюс. Это минус. Это плюс. Плюс, минус. Сука, надо было тебе ебануть, ебануть сейчас на живу. Надо. А вот айкейс, вот там по-любому лежит что-нибудь за 15. Ой, все, вот 100%. Не говори, не говори, я знаю, что. Вот прям 100% 15 там, мать его, лежит. Там нихуя не лежит, ты мне можешь не рассказывать. Я, блядь, бывалый нахуй. Пятнарик там смело лежит, понимаешь? Вот, смело лежит здесь нихуя. Вот косарик ставлю, бац, ничего. Ой, 1200. Ну ебани в апгрейд, блядь. Ох. Не знаю, на трешник, ёпта. Да на трешник, даже трешник он мне не поставит. Вот, дикий поток информации, блядь. О, блядь, изи нахуй. Залет, блядь. Все, блядь, его можно уже, блядь, так понимать то, что его можно еще забрать. Да, только он потом перестанет ставить. Ну давай, я тебе вот ради приличия. Вот Тарук Мак... О, Виктор Рук вот. Прям три кейсика, сейчас три минуса. Ух, ебать. Неплохо. Нихуевые минусы такие. Это паленые, вот еще два. Вот еще два. Вот, это я знаю, это мой. То просто было наебалово какое-то, я тебе, бля, буду. Хуйня какая-то дикая, блядь. Обычно такого не падает, на самом деле. Я вот хочу еще три красных скинов. Вот так. Смотри, что...
Как все запущено. Вкусно. Вкусно. Уф. Ну нет, это продажа очевидная, нахуй. Смотри, чирик. Да хули это? Гранд слэм. Да, и на печене я буду болтаться. Бля, оттуда 35 может выпустить. Да, и вот сейчас... Может на него... Ты заебал эти мелкие кейсы, долбить твои, сука, дорогие, пидор. Пидор я, а не ты. Бля, мне нельзя на Твиче сидеть, ёб твою мать. Как я собираюсь, блядь, с Ромой стримить на Твиче, если я просто вот так каждый раз... Пидор! Сука, пидор, блядь! Ёбаный пидор! Лесби, негер. Осуждаю, блядь. Вот это вот вся хуйня. Бля, давай, не знаю, Турук Макто, Кай, я хуй знает. Ну давай, Турук Макто. Ну что-нибудь такое, где, блядь, по полторашке есть. Может падать. Ну не может потому здесь что, падать. Потому что, блядь... Здесь не может, может падать. Да может, посмотри, окуп, блядь. Ну хули окуп, это 56 рублей. 56 рублей, это разве окуп? Вот. Так это же окуп. Вот, ну это чуть-чуть вот подслило. Это... 150, блядь, подслило. Чё, это пизда, все минус, нахуй. Да вот подслило, не волнуйся, все подсливает здесь. Согласен, согласен. Косарик. 500 слило, оп, 1000 слило. На полторашечку возвращаем. Ух, на двушечку, блядь. Сейчас, чтоб с плюсом было. Пам-пам-пам-пам-пам, отсоси. Потом проси, ебать, я понимаю. А я говорил, Гранд Слэм нужен. А я хочу Хогвартс. Ух, ебать, жестко. Ну, на, вот. Нахуй. Вот, давай еще. На, нахуй. Еще? Давай еще. На, ну, нахуй. Ну, пойдет, давай еще. Еще. На. Еще. Еще. На. Понятно. Понятно. В принципе, нахуй послан. 700, пам, опа, полторашечка. Давай, полторашечка тоже. Два, контракт. Блять, ну они. Непонятно. Прям... Хуй. Непонятно, что ты хочешь, понимаешь? Ты же не определитель. Тебе надо определенность. То есть ты должен такой. Я хочу. Я хочу нахуй сходить. Ты какую золотую карту ебнут, лучше бы дигл, блядь. В этот поток информации. Какая нахуй разница? Вот, потому что. Можешь скинуть дерьмо, блядь. По-любому. Именно из-за этого нахуй. Ты столько следных сделал, надо было финале на 5 ставить. Бля, зашел. Угу. Давай, не знаю, там какой-нибудь Инь-Янь. Вроде да не, тоже не. Неплохо что-то давал. Ну, не знаю. Виктор? Вот. Да, дядь Витя. Вот этот парень дядь давал, Витя, тащит. Ну, все. Ну, все, это все. 4 на 4, 500. Я хочу хоть как-то, нахуй, отбить, может быть. Ой. Заебало нахуй. Что-то апгрейдосы вообще давно не ставят. Очень давно. Ну давай Таруха, блядь. Плюс. О, нормально. И. Нормально. Ну давай еще один. Минус. Ой-ой-ой. Понятно. Ой-ой-ой, вкусно. Сладенькие, да, последние были? 6-2-5. 120. 800. Вот Машалын? Ну да, я тоже думаю. Ой-ой-ой, бля, ну это вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это реально вкусно. Да, мог хотя бы, блядь, чирик-то дать нахуй. Ну странно, блядь, D5. Он держит, блядь, типа никакой суммы. Ну хотя X2 он дал, ну, блядь, охуеть X2. Ну, блядь, он дал, я их даже понюхать не мог, нахуй, как он давал их. 428, 600. Полторашник. 800. 800. Ну и вот как вот с этим сайтом иметь дело, блядь? О чем? О чем разговор? Угу. Угу. Хуй. Конечно. Конечно, здесь. Конечно. Не хуй смотреть. Ты, блядь, я вот просто по красному по своим. А, ну, да, я понял. А, ну нет, то что-то есть. Понятно. Один раз плюнул. Один раз что-то плюнул, нахуй, искал, все, пошел нахуй отсюда. Больше не даю. 233. 101. Да, попробуем шалым, блядь. Да я хуй знает. Знает. Ну давай вот так, 2800. 3400. Ну что типа. Это? Типа. Ну что, куда? Куда? В смысле типа, блядь? Это даже не типа, это просто по сосам. Не, надо хотя бы вернуть 5 из пятерки, уже сделать какой-нибудь скин за 1012. Просто попробовать прям в апрель, блядь, нам ебать, если... Шансов нет, он все равно не даст тебе больше от комбо. Тебе надо хотя бы сейчас сделать 1005. Вот чисто, чтобы процент был хороший. Пятеру делаешь, и все, и с него уже делаешь что-то нормальное. Вот, допустим, я сейчас вот она на трешку залетает, смело можно потом делать на пятеру. Точнее, на десятку. Точнее, на 12. Ах, кстати, залетел. Вот и с него, блядь, с фул баликом уже ебашить какой-то скин, потому что бывает дабл.
Я жопу ставлю, что такое у меня не залетает, так что я даже не хочу пробовать травить этот пудел. Не хочу евро попробовать, может быть, что-то там еще лежит. Минус, минус и минус. Заебись просто, охуенные кейсы. 501, 736, ну, блядь. Сувенирный, блядь, чего? Он столько в жизни хоть стоило раз, блядь, я ебал. Я уже запинаюсь, нахуй, мне просто пятеру надо как-то вывести отсюда сегодня. Пятеру? Пятеру, блядь. Ну, чтобы мне на карточку пятера хотя бы вернулась, блядь. Там десятка была, хоть десятку не забрал. Как ее заберешь? Мы только в России, блядь. Админов, нахуй, скинь на карту десятку. Я десятку сделал. Да, именно, блядь, так она и работает, нахуй, в этой жизни. Да, может, мажор, блядь. Статрек 7, хуй его знает. Ну, давай статрек 7 пару раз попробуем. Хуй. 100 рублей. На 100 рублей. Ой. Еще 100 рублей. Нормально. Что-то типа даже постарался окупить. 867. 890. Пиздец, что за проценты, нахуй. Блять, ты заебал. Хоть 42% поставь. Блять, скамный взрыв. Пизда, это просто пизда какая-то. Не, ну он держит, подожди, пока не тильтуй, блять. Но я тебе говорю, тут надо более рискованно, чтобы с него, блять, что-то вынести. Если каждый раз так вот делать, ну вот рентгененка, допустим. Х2. Комаринка нормально. Ой-ой-ой. Ну, пойдет. Средний. Пойдет, ну типа 5, наверное, имеем. Или 5 имеют нас. 5 раз скорее имеют нас, чем мы 5 имеем. Ну нет. 5, да. 5 каким-то раком. Чудом, блядь, 463, 150. Блядь, просто калашей наполнилось. Ну да, с душой, блядь. Ну давай вот такой попробуем. На Верочку за 2 рубля. 3400. Вернулся нахуй. Блудный сын, блядь. Да не, Егор, я тебе говорю, нахуй. Вот сейчас я еще раз даже его открою, нахуй. Мне просто здесь в рот даст неонуарчик, защитный каркас. Вот эта хуйня вот сейчас будет падать. Да, вот, может, ты, я говорю, тут надо более рискованно, чтобы что-то вынести. Если просто будешь крутиться туда-сюда, то, блядь, хуй знает. Хуйня. Ух, ебать! Вот это нихуя себе! Ну, конечно, она потом жрать начинает после таких... Есть такой, блядь. После таких... Ты что хотел? Тебе давало на 2000 больше, ёпта. Уф. 500, нахуй. Уф, 500 это хорошо. Вот давай, полторашка и рентгена на трёшник, блядь, если это не зайдет. Он зашел, сука. А, нет. А, да. А, нет. А, хуй. Значит, эти, блядь, на трёшник. И все, изи выкуп. Даже, может, на 2500, хуй с ним. А, на 3500. Ну, типа такое, да. Ну, типа нет, нахуй, на трёшник давай попробуем. Ну, один хотя бы попробуем. Хуй, да? Конечно. Куда вот же? Вот, сука, пидор. Давай еще один пустим. Где-то тоже хуй. Не, тоже хуй. Сука. Ну, вот и как с этим сайтом-то работать, ебаный в рот? Ну, нихуя не дает. Ой, блядь, кейскай хочу. Давай. Плюс 50 рублей. Минус 50 рублей. Минус 50 рублей. Минус 200 рублей. 50 минус... заливал. 170. Плюс 100. Минус. 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 Ебать. Охуенно падает. 100. 419. 295. Ну, бля, он даже тут живет. Ну, сука. 555. 344. Охуенно. 1700? 1700, охуенно. Ну, ты видишь это, блядь, ну что это за дерьмо, блядь? Просто 6 сотен сейчас сожрал меня. Ой, бля. Давай статрек 7. 279. 247. 159. И охотник 10. Понял, нахуй, ничего не отдал. 639, поехали. Понятно. Может, еще холк расплять, хуй знает. Ну, вот тебе прям жестко стоял. Какой говне, какой прогноз. Ага. 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 Ага.
Я не знаю, вот так вот просто на верочку 3500. Понятно, 2 рубля. Понятно. Ну, это вот, типа, стандартно все. Все, ничего нового, нахуй. Ой, бля. Спасибо. 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 Ну и, блядь, все. Вот так. И 700 он мне дает. А, нет, 3500. Он здесь просто только стоит, хуй. Возможно, упал в цене. Картель, Неонуар и еще одна говна. Еще пожелание на ночь хотя бы. Просто 400к слил бы нахуй. Это минус. Кстати говоря. Минус, минус, плюс и минус. Ну, блядь, все читаем нахуй. Читаю, я хуй знаю кто. Еще 200. 500. Ну, это очень вкусно, я так скажу. Это прям очень прикольно, блядь. И хуй там план. Ну, я тебе говорил, блядь, надо более рискованно, блядь. Нет. Следующий так. Раз. Всегда, да всегда надо да быть более рискованно. Я еще раз сюда зашел, да я ебал. В принципе, была попытка на неплохой камбэк, блядь. Но... Ну, нет. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Я думаю, за такие видосы можно поставить лайк, подписаться на канал. А так, я думаю, вы все прекрасно сами видите. Всем удачи и всем пока. Всем пока.